Сегодня ночью сожгли машину нашему юристу Евгению Молотову. Он бьется сразу в нескольких судах со строительной мафией города Вологды. Основная проблема – это, конечно же, речной квартал, где мы противостоим, по сути, аффилированным застройщикам, дружку губернатора Анатолию Юганову. И, конечно же, мы считаем, что эта строительная мафия может иметь причастность к этому преступлению. И вот еще вчера даже состоялся суд, где защищаем жителей Ольховой и где застройщика ООО «ЭГ Эстейт» строит на Карла Маркса 33 многоэтажку тоже с нарушением генерального плана, противоречащего ПЗЗ. И вчера он прям предлагал нам отказаться от своего иска. Конечно же, мы считаем, что эта строительная мафия беспределит привычно, и это уже не первый поджог, связанный с нашей борьбой за зеленые зоны города Вологды и ее за комфортное состояние. И мы, конечно же, требуем от губернатора раскрытия этого преступления и считаем, что для него это даже чело чести раскрыть это преступление, потому что подозреваются его друзья. И мы считаем, что в том числе может быть даже связано и с застройкой Доронина, где мы бьемся за сохранение Доронинского сквера. Вот сейчас Евгений должен начать следующие судебные процессы как раз против застройщика там. Хотя, еще раз говорю, мы больше всего подозреваем Анатолия Юганова, друзей губернатора, и считаем, что это преступление, требуем от властей раскрыть это преступление.